Москвичи и гости российской столицы в 15-й раз получили возможность окунуться в мир автомобильной старины и классики. В воскресенье состоялось ралли машин, выпущенных до 1976 года. Перед стартом смотр в Третьяковском проезде и у отеля «Метрополь». Организатор мероприятия – швейцарская часовая фирма «Шопар». Возраст некоторых моделей превышает 100 лет. Это Renault EF 1914 года. Таких было раньше в Москве много, работали такси. В принципе, сейчас это редкая машина. В этот раз, по случаю почти юбилейной даты, на шоу были допущены и суперкары, созданные после 2003 года. Но все же главные действующие лица – олдтаймеры. Автомобили, которые старые, они, может быть, для кого-то старые. А для нас это радость и подтверждение того, что качество автомобилей, несмотря на возраст, остается на высоком уровне. Уникальность – не главное условие участия в автопробеге. Называются трофейные машины, которые… Ну, машина – это, во-первых, массовая немецкая машина выпуска 36 года, которая после 45 года в каком-то количестве попали в большой бескрайний Советский Союз. 60 экипажам предстояло преодолеть около 100 километров по Москве и загородной дороге. Машины и их владельцы соревновались не в скорости, а в точности прохождения маршрута. По пути им предстояло отметиться в нескольких контрольных пунктах. Из центра города до финиша на Рублево-Успенском шоссе ретроавтомобили двигались в общем потоке.